Вот. И что после этого, как обычно, вы после этого протираете лицо тоником, как после любой очищающей процедуры, и нанесите вот это толстым слоем шоколада. Вот гель, Вичвера гель, алоэ. Это еще один продукт, который добавляет неимоверный. Может даже, знаете, так, оно свежит на уровне того, что аж так, аж подпекать может. Вначале не пугайтесь, это нормально, это оно так холодит, это оно так запускает процессы лимфодвижения, микроциркуляции, ужимаются поры, насыщается огромным количеством влаги, и вот это средство проникает вот сюда, в глубокие слои, в дерму, у вас кожа напитывается, это вместо инъекции гиалуроновой кислоты, вместо того. Можно вот нанести такой плотный тоже, чтобы ого сколько, да, нанести на лицо, на зону декольте. И если вы сделаете легкий массажик по вот этому продукту, если вы его оставите на лице просто, он у вас заклякнет. Его надо немножко подвигать по лицу, очень нежненько, аккуратненько. Вот, поэтому, ну, если вы кому-то подарите, объясните, что его нужно немножко, ну, поразглаживать, помассировать чуть-чуть. Главное, опять же таки, не трите лицо, не делайте вот таких вот движений, вы все опускаете вниз. Вот такими восходящими движениями поднимите шейку, зону декольте, будет очень красиво. Женщина вот на этих двух, даже просто на этих двух продуктах, просто...